Всем привет, дорогие зрители! Так, в районе Махмутлар, у улицы Атачурка, в новом проекте, срочная продажа, продается 1 плюс 1. Продает мой клиент, который купил когда-то. Я поднимался на 6-й этаж, сейчас я вам покажу ее. Тут пока стены не доделаны, проект будет готов где-то к концу июня, 30 июня этого года или июль месяц. Состоит она из одного блока, в этой стороне вторичный рынок за этим зданием. Тут улица Атачурка, SS-Mavi супермаркет и несколько магазинов в той стороне. Показываю вам этаж, высоту. Квартира будет вот в этой стороне. Тут лифт. Остался один этаж, они доделают. 2 месяца, мне сказал застройщик, они уже полностью весь скелет подготовят. Быстро строят. Вот. Сейчас я спущусь вниз и покажу вам примерочно, как будет выглядеть та квартира 1 плюс 1. Там жилая площадь где-то 41-43 квадратных метра. Идеально под сдачу в аренду, или же можете купить и жить. Тут будет инфраструктура. Из инфраструктуры: бассейн, фитнес, детская игровая площадка, генератор и зона беседка, зона барбекю. Вот, значит, здесь будет дверь, прихожая, где-то 3 квадратных метров. Здесь санузел, не маленький. Горшок будет в этой стороне. Тут раковина. Тут душевая часть. Это у нас спальня. Тут 10,5, 11 квадратных метров. Сторона восточная. Очень хорошая цена. 62 500 евро. Крайняя цена. Ниже никуда. Даже не звоните. Она переезжает в другой город и за это продает. Не хотела продавать. Это у нас гостиная. 18 квадратных метров. Если установят кухню, чистая будет где-то 15 квадратных метров. Здесь уже будет готовая кухня. Квартира будет уже готовая. Вы купите бытовую технику и мебель. Сюда устанавливается, ставится диван, стол, телевизор туда. Высота потолков хорошая. Смотрите. Где-то 270. Под этим зданием будет вот такие коммерческая недвижимость. 2 этажа, 2,5 этажа. Потом начинается 1, 2, 3, 4. Это квартира 4-й этаж, он как 6-й или 7-й. Балкон у нас 5 квадратных метров. Вот. Там уже все сделают. Чистовая отделка, все будет готово. И территорию, как вам показать? Здесь будет... лифт. Один лифт. Квартир 24 квартир тут. Айдат будет маленький. 150-200 лир между ними. Один блок. Сейчас я спущусь вниз и покажу вам инфраструктуру. Вот это, где будет все находиться. И 3D фотки. Кто желает планировку, я все отправлю в WhatsApp, Telegram, Viber. Если не отвечу в Телеграме, напишите мне в WhatsApp, я перейду заново туда. Так, еще один этаж вниз мне надо спуститься. Это для инвестиций очень хороший проект. Цена хорошая. Цены поднялись на рынке. Я ей сказал, подожди, пускай построят, достроят. А потом продаж за 68, за 69, за 67, вот, минимум, да? И она просто хочет продать и купить в другом месте, в другом городе, и за это параллельно хочет продавать. Здесь будет бассейн, длину, в той стороне будет беседка. В договоре указана дата до 15 декабря 2022 года. Там будет вход, есть беседка, детская игровая площадка, генератор с какой-то стороны они поставят. Ага. И фитнес. Так, вы можете также оплатить 50 000 евро и на 3 месяца
у нас рассрочка. Вот. Или же сразу оплатить всю сумму, договор на вас переоформят, потом получите ТАПУ на эту квартиру. Расходы ТАПУ где-то обойдется вам 800-1200 евро, если память меня не ошибает. Хорошо, дорогие зрители, звоните по номеру 690-555-064-91-10. Я вам сейчас покажу проект приблизительно. Вот. Увидели? Даже название Актен Зарал Иншат. Звоните. Квартира только у меня. На рынок пускаю лично я сам. Все знают уже. Многие хотели купить. Многие на рассрочку хотят долго, не дается на рассрочку. 3 месяца максимум. Все, с вами был Агасий, Солнцеталане, район Махмутла. Расстояние отсюда до моря 450 метров максимум. Пока-пока.